Так, продолжая наше путешествие в подземелье. Мы в прошлой серии уже немного посражались с ангорами, встретили каких-то охотников. И, в общем-то, на этом все. Ну, еще рангоров пора убили, а так-то ничего такого. Так что продолжаем исследовать. Давайте смотрим, что у нас здесь. Так. Опа, вот так вот. По-моему, миссия умеет обезвреживать их, что ли. Опа, нифига себе. Вот так вот. Это полезный навык у нее. Классно, да? Ух ты, сколько их там! Если побегут к нам, то не поздоровятся. Так, что это есть? Ага, нормально. Скелетон. Только это скрыт эти вещи. Сколько их там-то много? Ну да, давайте садимся. Слава богу, антидот. Ой, блин, лол. Так, я понял, тут надо закупиться конкретно антидотами, чтобы вообще здесь все против ангоров бегать. Потому что иначе тут вообще никак. Ладно, давайте вроде это здесь все исследовали, пойдемте еще дальше, посмотрим, что есть. Так, вообще довольно прикольно. Так, видите, здесь... Да что у нас здесь? Что такое? Это... Эти, как канализация, ну пока-то не будем. Давайте все здесь осмотрим, а потом пойдем спокойно в канализацию. Ух ты. Так, это для миссии работа. Ух ты, вон он, кстати, один из этих подов. По-моему, он... А, получается, это Бастил сюда приземлилась. Ух ты. А, нет. Помогите, помогите мне. Что-то растет. Что-то странное. Нет, нет. Я превратился в ангора. Охренеть. Ну вот здесь втроем мы с ангором быстренько. Так, остатков никаких. Тут тоже ничего. Ну блин, странно. Ничего не останешься, никаких воды. Ну ладно, пойдемте. Ай, что ж такое, блин? Стези республиканского солдата. Вроде должно быть, должны были с ним там информацию знать. Он взял и переоделся.
What? Yes? Так, тут у нас тоже ничего, как нам, да? Ладно, пойдемте обратно. Так, давайте посмотрим, что мы еще здесь не посмотрели. Так, вот там где были, да. Пойдемте туда. Так, есть ворота, вот, да, мы туда пошли. Вон, видите, там этот сит элитный. Так что мы туда разберемся с ним. А, сит. Это типа запрещенная зона, правильно? Why don't you just give up the search? Hey, I'd never disobey my orders. I'm not a fan of court martials and executions. I was just talking, you know. Nothing anyone has to mention to the... Come on, Patrol, let's get back to it. Блин, мы с ними договорились, но, блин, я бы их убил, типа. Можно такое? Блин, надо было их атаковать. Мне кажется, они хорошие вещички. Ну ладно, фиксим. Договорились, так договорились. Или гулаки. Сука, успел меня травануть. Так, от них ничего не осталось. Ладно, там он тот лежит. Так, ты-то у нас тут. Человечек. Медпак кредит, отлично. Так, это закрыто видно. Хотя с ситхами теми никак лучше было не связаться. Так что правильно делаешь. Просто от них сказали, что документы есть. Все нормально. Антидот нам поставили. Так, миссия весна. What? Офигеть, ситов. Так, это кто? Чё у тебя? Ну, как обычно, как у всех. Кредиты до части запасные. Скелетон. Там все как обычно. Давайте сон, так больше ничего, никого здесь нет. Вот катакомбы. Нижние катакомбы какие-то. Hey, Karth. To be honest. Yeah. Trust. Hey, don't. Разругались. Хы. Странные ребята. Угу. Так. У нас есть два входа по такому. Какой из них выберем?
Ну, давайте вот пойдем. Ближе что-то. Да тут бежать вообще неохота. Да-да. Да-да-да. И лаки, да. Блин, это все. Так, ладно, погнали, все, взорвался я, слушай, эту фигню про ее братьев, короче. Так, это, ток нет, ладно, все, погнали сюда. Пойдем у нас в канализацию. Будем черепашки-ниндзя! Ну что, черепашки, вперед! А знаете, почему черепашки атакуют втроем? Потому что их учитель крыса! Ух ты, нихрена, какие свинеты! Пиздец, нахуй! Каких же... Пипец, здоровенные свиньи! Это кто такой? Ну, у него как все по обычному. Давайте, что-нибудь есть? Пес, огромный свинья, свиньи туши. Конечно, в канализациях можно забудь, это капец. Ну давайте просто пойдем по прямой. Никуда не сворачивать. Ух ты, нихрена. Ну что, уйдите сюда. Эй, братишка, уйдите сюда. Да блин, они так весело рубить, они такие смешные. Все, свишки так, они такие смешные, они такие. О, это что-то есть. Какие-то. Пришли мы отсюда. Давайте пошли мы отсюда, если я пойдем по прямой. И пришли мы вот оттуда, то пойдем сюда, давайте. Так, здесь нам нужна миссия. Так, отлично. Так, все, классно. Давайте я разберемся, что тут у нас. В общем, короче, где-то здесь. Мы должны сначала, короче, у меня есть кадыль, чтобы открыть этот щит, но мы должны сначала спасти Зальбара. Вот, погнали. Че тут? Китайчик. Ну, блин. Вот так вот, знаете, видите? Даже через это как-то типа баганула игрушку. Ни хрена, чудо. Че, наставки не показывают никаких? Ну ладно, ну ладно. Идем сюда. Давайте по прямой. Что-то не хочется идти. Все равно пришли на раз пути какие-то. Хрен пойми куда. Ух ты, блин! Да какого хрена они здесь делают-то? Главное, главное, никого еще нет. Главное, никого не успели отравить. Да откуда они взялись здесь? Как они сюда попали вообще? Завалили этих. Да откуда их столько здесь, а? Я понял, что взялись эти придурки.
Так, это открыто, давайте пойдем направо. Так, миссия. Ё-моё, миссия. Нам нужна мина. Опа! Sure. Отлично, молодец, миссия. Ёшкин кот, тут тоже эти ублюдки. Может, не понялся, ну нафиг, я не хочу к ним лезть. Не достал. Давайте сюда. Вот, вот здесь все интереснее. Куда? А это походу наверх. Так что пока там не надо. Это выход. А вот здесь неплохо. Да? Все, убили. Так, тебе ничего не осталось? Ладно, погнали. Да, блин, как они задолбали. Постоянно ссорятся, маленькие детишки. Итак, мы обошли по кругу. Да, мы походу по кругу обошли. Так, давайте карту посмотрим. Так. Это что? Force Field. Туандер Сити. Гамурин Компаунд. Давайте вернемся туда, чё. Так. Бегом мы на компаунд у нас было. А вот мне что-то осталось, что-то такое. О, гад. Да, ну сюда. Это не оно. Не, не оно, слава богу. Какие-то другие слова. Так. Ну ладно, блин, это отвечу сейчас. Sure. Да, блин. Так, вот. Смотрим. Вот у него. А, медпак, два антидота. Сколько мне? Грипп
Благодаря дроиду мы выжили. Залбар! Рада жить тоже. Кто с тобой? Мои друзья. Это знакомый Залбар. Как мы убрали? Давайте отправила буки. Вот я снова немножко оставила у лапы. Давайте посмотрим останки, что ли. Так. Так, а вот здесь 14 штучек еще. No problem. Got it. Ух ты. Зальбар был глаз. Все, мы все равно отлично. Так. No problem. Got it. Yes. Как я с ними запутан? От колонизации, конечно. Хотя нет, видите, тут не связано, в принципе. Вот ранкора, и я не хочу с ним бороться. Не ранкора, а эти рекурники, или как там хрен знаешь. Еще на экономику, так что выйти сюда лучше. Это обход к Залбару. Эта дверь не работает, да? Пойдем сюда, да. Здесь мы тут не вылезем. Так. Давайте. Так, здесь мы были. Так, а вот здесь мы где были? Давайте следуем к организации. Так.
Интересно. А вот скелет лежит. Так, отлично. Так, давайте кого-то отчего накрыли. Так, вот и веселое поле. Там можем пойти, в принципе. Ну, можно пойти в любое место. Ну, это мы здесь были, это мы сразу начали, так что нам сюда по нечего делать, так что давайте пока силу пули не будем выключать, с помощью другую сторону. Так, ну все. Так, пройдемся. Так, это у нас наружу выход. Прибежали ее. Откуда прибежали, хрен пойми. Все уезжают. Тут взялись, прибежали, вы навалились. А давайте что ли сходим все-таки, завалим. Тут будет очень интересно осталось. Прибежали, что-то там начали барагозить. Ладно, давайте сходим все-таки почикаем. Ё-моё, дробь мешает. Так, вот сюда, да-да-да. Это так они не прошли до конца этого кружочка. Их-то все дохренище. Давайте, давайте. Помогу, ребятки. Отравили, ублюдки. Надо бежать его. Как он сюда вперёд. Сюда, давай, давай. Сажаемся, давай. Так, занять бар, тебе нужно на тебя, да? Ага, мне нужно мне теперь. Пронеси это уже дал. Где нас несет, является? Так, может перевести эту партию? А где мы миссию потеряли, ты ё-мо? Где вот дроид? Где мы потеряли, ё-мо? Как так получилось вообще? Не в курсе. Ещё одни, ё-мо. Да как они задолбали здесь? Откуда они берутся только? Так, здесь мы потеряли, что где она, вот у нас. Здесь может. Да, нет, здесь мы кто не потеряли, ё-моё, куда делась эта миссия? Пропала что ли? Она могла пропасть, непонятно. Давайте так оставим, пофиг. Тебе нужна она, блин, миссия. Только не понимаю, где она. Она не пойми где. Не поймешь. Ладно, давайте так. Пойдем. Тут что-то я не могу найти совсем. Ну, как бы побежим.
или то. Где ранкор-то, давайте карту. Так. Тонто Сити, Форсфилд. Ну, так. Где мы не были? Здесь мы будем снова наркотики и блоки есть. Давайте так, да. Ну как сейчас, как ну, просто ужасно как-то бегать, эти канализации просто ужасно. Раздражает все время беготня. Блин, кто туда пойдешь, что сюда пойдешь, что там есть, там этот есть. И так далее, все начинает бесить. Все, что нужно. Блин, а без миссии-то мы не можем открыть поле, она знает коды. Прикол. Назад, что-то не понял, где там чуть не съедали. А, вот. Нет, тоже выход наружу. Вот, и вместе с нами, давайте теперь обратно. Капец, вообще офигел. Так, миссия, давай. Погнали. Все, теперь все в полном сборе, вроде более-менее здоровье есть. Это хрень с этим, все анкором так и не нашел. Давайте открою эту штуку. Вот так вот. Верхние канализации. Смотри, в нижней канализации и в верхней канализации, отлично. Бой сохранился. Комарианцы тут все, кому не лень, ё-моё. О, смотрите, они двигаются. Не будем вмешиваться, пацаны, как уйдет. Регулаки. Или как там еще их уже назвать. Я думал, мы сейчас на базу вулькаров, хоп-хоп, и все, она готова. А мы тут сейчас еще будем курагаля делать. По подземелью. Ух ты, вон сколько их там. Ну давайте что ли. Разберемся, пацанами. Понятно. Все готово. Так, у них осадки там есть или что-нибудь такое? Может, что у них там выпало? Ничего с них не выпало. Никакого шмота, ничего. Пойдемте дальше. Ну, здесь вот попробуем, нет каких-то разветвлений бешеных. А, нет. Ух ты, нихрена, какая штука. Дроиды, питающие, как я все офигел. Так, ну все, давай-ка нас пименку обеспечу. У меня левел ап. Так, капиталист. Так, здесь
Отлично, давай там видео, Мирка. Молодец. Пойдемте-ка. Супер. Пять минут. Да ёп! Не без этого мина, охренеть. Ты что-то не так дыхание? Oh, Zalbar, that's terrible. I know how grouchy you get if you don't get your 8 square meals a day. I'm amazed. Вообще, понятно, он хочет кушать. Okay. А, у него плохо... Yeah? Да неплохо, да, что я дыхание управляю, воняет. What? После дыроличек все носит, сучка себе плохо чувствует. Ух ты, отрубленная рука, вот так вот. Синтест Одор. Беглый отпад. Так, посмотрим, что это такое, эти штуки. Вот это. The food to be time. Ах, вот так. Тут анкор. Итак, думаю, на этом все закончите, и мы пришли к Анкору. В следующей серии мы будем его убить. Итак, всем удачи, всем пока. С вами был Ник Кей, канал Dota Let's Play.